Всем привет, с вами Мимику, я продолжаю проходить Mirror's Edge Catalyst. И, собственно, мы сейчас сделаем с вами... Я уже телепортировалась к вот этому заданию, вон Обен. Опять же, хрупкая посылка. Вот. По идее, это будет не очень сложно. И хрупкие посылки как-то в последнее время... Ну, я не знаю, в начале игры еще какие-то сложности с ними были. Я их иногда ломала и не с первого раза доносить успевала. Но сейчас они как-то воспринимаются, знаете, нормально. Намного легче, чем какой-нибудь штаб. Я знаю, как достать тебя в осколок. Если поможешь мне получить доступ к центру управления городским транспортом, мы сможем отправить тебя туда на поезде. Уже иду. Уже пришла. Но это, правда, стригерилось по какому-то заданию. Наверное, вот то, которое дополнительно еще одно висит в пути отхода. Наверное, это к нему. Как раз было. У нас еще и рывки не сделаны. В принципе, есть чем позаниматься в этой игре. Но остается все меньше и меньше. Как бы мы вышли на какую-то стабильную... Ну, нельзя прям сказать, наверное, что финишная прямая. Но, тем не менее, мы достаточно близки к тому, чтобы завершить здесь все дополнительные задания. И это прикольно. Так, я зацепилась, да? Зря я так прыгнула. А, туда надо. Окей. Это я случайно. В общем, забавно, что нам получается вот этот путь, которым я один раз сократила себе дорогу в одном из рывках. В одном из рывке. А, как это правильно просклонять-то, блин. Спасибо, что не ухватилась за трубу. Нам его сейчас показывают, этот обходной путь. Ну, как показывают. Просто маршрут так построен. Потому что он самый оптимальный и самый быстрый. Господи, зачем ты существуешь, труба, если с тобой столько проблем здесь? Объясни мне, пожалуйста, если я на тебя прям камеру не наведу, ты же ни хрена не сделаешь. Навела на нее камеру. Но она все равно притупила. Все равно решила умереть. А выбрать легкий путь. Но мы от нее просто так не отстанем, правильно? Правильно. Мы все равно это сделаем. Спасибо, что меня чекпоинт сохранил на той точке. Все отлично. Послушай, есть для тебя работа. Ну, давай, прямо резюм, форма какая-то. Надо доставить этот пакет. Причем целым. Если контейнер разобьется и охлаждение откажет, я не хочу оказаться виноватым. И это последнее, что я могу для нее сделать. Надеюсь, она поймет. Иди. Угу. Ну окей. Интересно, для кого? Было бы забавно, знаете, что-нибудь квестовым персонажам притащить. Типа что-нибудь для пластик. Какое-нибудь признание в любви. Или микросхемка. Я думаю, та же пластика ей бы очень сильно обрадовалась. Странный маршрут. Когда вроде как я вижу там проход. Ну не то, что проход, а вижу, что... Справа метка. Но, видимо, здесь все-таки быстрее туда будет добраться. Сейчас они меня именно здесь отправляют.
Хотя да, она дальше, да. Я бы там заблудилась в итоге, окей. Окей. Ну, куда мы пришли? Бегущая, сюда. Я здесь. Последняя секунда. Это ведь он, да? Небось, даже не понимает, глупый, что сделал. Я выжму его досуха. Да, и оплату тебе перевели. Господи. Ну ты и мразота. Значит, там что-то такое было, типа, как просто для девушки. Подарочек, а она решила его выжить досуха. Ну, мразота. Мразота она и есть мразота. Так. Тайник. Все как учили. Хотя ближе будет вот здесь. Наверное. Сначала сделать. Не злить Догана. Но потом уже, ну так, потихонечку мы к бухте доберемся. И там уже будем делать все задания. Сюда, Фейт. Вот оно. Доставка должна пройти так, чтобы Крюгерсек не узнали, понятно? Если тебя поймают с этим, сделка отменяется. Денег ты не получишь, и Догана разозлишь. 41 секунда, кстати, всего. А куда идти? У меня тут отключили зрение бегущего. Я напомню главное требование. Доставить незаметно. А куда? Как? Я напомню главное требование. Доставить незаметно. Что за зрение бегущего? Почему оно все время отключается, когда надо и не надо? Отменяй задание и выбрасывай посылку. Да. Могу ли я перепрыгнуть там, туда не добегая? Чтобы Крюгерсек не узнали, понятно? Если тебя поймают с этим, сделка отменяется. Денег ты не получишь, и Догана разозлишь. Я напомню главное требование. Доставить незаметно. Ну вот их сейчас не было, и сразу же нормально. А то начали там, блин, спауниться. Чего так долго? Доган мне еще на прошлой неделе обещал. Я уже начал думать, что он не пришлет. Тебя ведь не видели, да? Если Крюгерсек узнает, что это у меня, меня в Серые Земли отправят. Спасибо. Долго. Ну да. Задание по тайной доставке. Пойдемте на следующее. Очень много вот именно тайных доставок, да? Осталось есть хрупкие посылки и так далее. Они уже, в принципе, все. Какого хрена? Она зацепилась за чем-то. Женщина, что ты творишь? Нахрена ты цепляешься? Спокойствие. Просто спокойствие. Давайте беремся с этого места, чтобы у меня не было цепляшки. Просто падаем вниз. Все. Хорошо. Привет. Задание ты знаешь. Доставить пакет и не попасться на глаза. И не спрашивай, что там. Лучше не знать. Угу.
Хорошо. Вот этим путем. Угу. Давай, беги, беги, беги. А, бегущая ты, я здесь. Так быстро? Думаю, Доган, или кто там тебе это дал, сказал тебе не попадаться на глаза. Конечно, сказал. Иначе тебя бы здесь не было. Спасибо за доставку. Теперь моя семья может расслабиться, деньги я перешлю. Я прям совсем незаметная была. Да твою ж. Что этот вертолет? Сейчас спрячемся. За мной побегут? По идее, нет. То есть я как бы убежала до того, как они меня увидели. Так что, по идее, все нормально. Шит. Ну ладно, давайте вот сюда. Заодно. Забежим. А, ну вы мне предлагали на базу, да, прийти? Короче, у меня это все нормально. Я просто жду, когда вертолет перестанет меня искать, потому что они меня уже потеряли. Где-то примерно, по моим ощущениям, минутка, что ли, требуется для того, чтобы они меня уже перестали искать. Где-то около того. Может быть, чуть больше. Не могу ничего утверждать. Но где-то так. Самое обидное, что они мне сейчас не дают особо-то ничего сделать дальше. Я даже пришла на метку, у меня эта охота, блин, не сбросилась со мной. Давай. Давай. Все, меня здесь больше нет. Нет, ути меня. Да, да, второй, это замечательный уровень. Прям прекрасно. Вы мне, конечно, даете до хрена опыта, но мне его некуда тратить будет. Все, отлично, потеряли. Но зато ради этих 10 секундочек лишних они перебудили просто всех. И эта черная вертушка тоже сюда прилетела. Как бы они даже не пытаются искать по окрестностям. Потому что я как бы вот... Могла уже в любой проход уже убежать от них. Окей, отлично, хорошо. Смотрите, как красиво. Прям очень красиво. Доставок вообще почти нет у нас. То есть все, вот эти вот три тайник. Одна... То есть все вообще. Вот здесь вот все. Остались только тайники. И остается, ну, всего-то ничего. Только вот эти вот зачистить, и все. И у нас останутся только рывки. Но это ладно, это в следующий раз мы уже будем все делать. И там же, наверное, еще и дополнительное задание прихватим. И можно будет уже сосредоточиться на рывках. И, в принципе, только на сюжеточке. Да и все. Почти все сделали. Подписывайтесь, ставьте лайки, ребят, если вам это все нравится. Как всегда, жду ваших комментариев. И всем пока.
Пока-пока. До встречи.